Так, ребята, всем добрый вечер. Мы подготавливаемся, так сказать, к вечере. К вечере подготавливаемся, будем вечерить. Вот, Людочка моя, красотка. Красотка. Сегодня обрезала себе джинсы. Что там такое? А что это? Конфеты. Конфеты, ой, какие классные. Молодец, ну иди. Покажи Никите, какие у тебя красивые. Так, что мы будем есть? Это у нас сегодня вот такие вот макароны Барилла. Самые лучшие макароны итальянские. Мы можем себе позволить на итальянские макароны. За 65 рублей. Как раз акция. Какой сегодня посол? Сегодня? А хрен его знает, я, честно говоря, не знаю. Какое? 12-е. 12-е, точно. А что такое? Что, какая дата? Нет. Какая дата? Ну, бери руки! Какая дата? 12 число. Ты помнишь, какая сегодня дата? Какая? Что нас связывает в этот день? Ничего. Это точно. Ребята, добрый вечер. Мы уже сели за стол кушать. На часах без 5-7. Люда сделала мараконы, макароны. Потерла их сырком. И будем есть... Или как правильно? Гауда. И будем есть вот такие вот кабачки с синенькими. А, да, пробуй. Я же хотел попробовать. У нас все переболели уже. Так что... Никита у нас тоже начинает болеть. Так что супер. Три недели дома были, а когда в садик пойти, они заболели. Я же понимаю, если я Никиту поведу, например, тоже. Не, ну я его завтра поведу как бы. Если температура не будет. Если будет хуже, то нет. Ну, я уже забыла, что это говорить, короче. Если будет хуже, то ты его никуда не поведешь, ты хотел сказать. Правильно? Это жесть. А можно я скажу что-то? Говори. А я говорил. Что? По поводу речки? Ну, да. Можешь продолжать дальше говорить. А уже продолжать не надо, уже все. Уже все так, как я и говорил, произошло. Ну и что ты сказал? Что понятно, что ты сказал? Что надо было, ну до конца говорить. Что надо было не ехать, потому что готовиться в садик надо было. Вода теплая, прекрасная, все купались. Прекрасная, но Милана была холодная. А они же не понимают, у них нет понятия такого, что у детей в речке покупался 2 минутки и выходи. Саша, Никита поллета у бабушки был и купался каждый день, и нормально. Ну, что это могло дать температуру? Я не знаю. У него нет температуры. Не, у Миланы я имею в виду. Горло у нее красное. Горло красное. Мила, как ты себя чувствуешь? Нормально? Да не трудно. Ладно, ребят. Всем тоже приятного аппетита, кто кушает. Такие дела. Уставшие почему-то, я тоже сегодня уставший. В понедельник работа дофига была. И настроение просто. И настроения нет. Упадническое. Упадись, да. Ладно, всем хорошего вечера. Пока. Любим, целуем. Ваша Люда, Саша.